Всех приветствую. Сегодня с Димоном выехали. Походим по канавам. У нас такой приморозок. Я сегодня без Чивы. Чива пошла в декрет. Охотилась, бегала со мной до последнего. Уже недельку она со щенками лежит. Готовит, так сказать, молодых охотников. Мы сегодня походим по канавкам, может, на какие лужи заедем, поищем утку, если получится, что-то добудем. Утка уже начала табуниться, такими по голов 40 стаями летает. Но, как бы, может и на таких канавках сидеть, небольшими стайками. Посмотрим. Хочется, конечно, что-то поднять, сейчас утка жирненькая, красивая. Такая уже вылинила полностью. В лесу поднял. Так, а вот тут перышки начинают появляться. Вот лежат. Может, тут и утка сидеть. В лесу поднял. Ну что, убежала? Ну, я ее далеко увидел, уже метров 100. Смотри, с этой снялись. Ну. Что, не можешь утку найти? Утку не можешь найти? Так она дальше, мне кажется, падала. Да. На пределе далеко. Не, мне кажется, она туда падала. Сележок. У, какой красивенький. Хороший. С полем. Блин. Вообще отличный. Да. Тут его ставим. Ну да, если мы заставим. Все равно сюда будем возвращаться. Я думаю, эта лиса его не украдет. Так, положим, чтобы видно. Блин, напряги. Во-во-во, летят еще, смотри. Угу. Ну, это вот единственное, да. Ну это можно было бить. Да. Ну лучше к тем подойдем, чем одну эту стрелять. Я точно запомнил, где она сидит. Ну на этой канаве. Ну это, а именно. О, 50. Ну там с десяток село. Там десяток. Ну надо просто чуть подальше, тихонько от канавы идти. Не так близко тут мышь. Чуть подальше. И нормально. Ну примерно. Сели. Ну вот где идет эта канава, и метров, да, наверное, да. 50 дальше. Да, вот где-то такая, темный бугор. Ну. Где-то вот в том месте. Вот так вот давай идти вот тихонечко на таком расстоянии.
Два. Я три. Ты три? Красавчик. Пробуй переходить. Я один раз смазал. Я зато два селезня сбил. О, ты тоже три селезня? Красавчик. Вон, видишь, там на поле крылом машет. Один в канаве, вон. А второй на поле. Прямо вот как идешь, так и иди. Крякает где-то в канаве, слышишь? О, а ты А ты хотел по одной стрелять. Я не хотел. Хотел, чтобы я стрелял. С полем? С полем. Смотри, этот вообще зеленая голова уже полностью. Да. Смотри, какие красавчики. Ай-яй-яй. Вот это утки. А где одна? А вон и одна летит. Не стрелять. Пускай летит. Селезень. Смотри, садится. А нет. Он какой-то сумасшедший, слышишь? Больной птичьим гриппом. Далеко. Пошли ту стаю поднимать, слышишь? Опять я с первого смазал. Две упало, да? Что? Смотри, прямо возле машины, а? Качка. Против солнца плохо видно, где качка, где селезень. Две сбил. Две из пяти выстрелов, это очень плохо. Садись, два. Садись, два.
Кидай. Ну ты видишь, как они плотненько сидели? Мы их прошли. Ну да, вплотную подъехали машины, хлопнули дверью, и они все равно сидели. Страшное дело. Димон сбил селезня. Налетел на него. Ух ты, а ну стой. С полем! Три утки и ведро селезней. Чего три утки? Две утки. А, две утки и ведро селезней. С гор. Ну вот он результат сегодняшней охоты. 7 селезней, 2 утки. Мы с Димоном добыли. Старались, добывали. Хоть и без чивы, но всех нашли. Даже одного подранка добрали. В принципе, отлично поохотились. Я отработал стойку. Димон добрал моего подранка. Все. Подписывайтесь, оценивайте видео. Встретимся на охоте. Да,